Итоги еженедельного мониторинга цен на продукты первой необходимости подвел отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города. Цифры говорят о том, что в ноябрьске понемногу начали дешеветь овощи, но расценки все равно пока остаются довольно высокими. Так, к примеру, килограмм картофеля жителям города обойдется в среднем 44 рубля 50 копеек. Неделю назад он стоил почти на 4 рубля дороже – 48-42. За качан свежей капусты сегодня придется выложить 40 рублей 75 копеек вместо почти 42 рублей. На 3 рубля в цене упала морковь. 43,50 она стоит сейчас. 46,50 – 7 дней назад. А вот репчатый лук, напротив, подорожал, хоть и ненамного. 38 рублей 75 копеек. На прошлой неделе он стоил 38 рублей 50 копеек. Впрочем, по сравнению с другими муниципалитетами региона, это удорожание вполне приемлемо. Например, в Ямальском районе максимальная цена на этот овощ составляет больше 50 рублей. Минимальная зарегистрирована в Надыме – 30 рублей 33 копейки.